Точно Лизовский? А что он там? Лизовский монтирует стрим. Всем здорово, ребят. Ну что ж, погнали. Вот, обратите внимание, что у вас сейчас на экране появилось. В общем, мы видим процентаж, сколько процентов я прошел. Будет автоматически обновляться по ходу выполнения миссии. Таймер, разумеется, я его запущу, как только начну играть, что есть такая панель. Это граффити, снимки, подковы, ля-ля-ля. Погнали. Раз, два, три, гоу. Я сделаю так. Ха! Райдер. Райдер, книга. Отпусти таймер в плане. Не понял тебя. Понял. Отлично. Миссия пожарника выполнена, едем в миссию. Зрителям не похуй на меня. Че, нормально, пацаны? Донатик был крутой. С кошечкой все нормально, она пережила операцию, все у нее зажило, имеется в виду швы. Это была кошечка беременна, ну, то есть мы подобрали ее, она, кажется, была беременна, вот такие вот пироги. Также она прошла стерилизацию, котяткам не удалось родиться, потому что не знаем мы, куда их девать. Грубо говоря. Это что было такое? Сейчас с ней все хорошо, у нее тоже уже все зажило. Вот это после стерилизации она пришла в норму. Дикая очень, лоскучая очень, все с ней хорошо. Так, ладно, все, погнали. Граффити. Спасибо. Просто так нужно, гайз. Оу май! Мурр! Спасибо тебе за 4. Ой, за 3 четверочки. Спасибо тебе большое. Ничего себе, вот это крупненько. Спасибо, Мурр. Сейчас, секундочку, я кое с чем сверюсь. Ага. Ага. Понял, все, ребят. Братская. Я упал, отлично. Собака, ты собака, то что? Может, ставишь в Battle Trek, скину 5к. Спасибо, Постфикс. 5-5-5-5-5! Постфикс. 42-43-44 на углу. Встретились. Я смогу через стену закрасить, ну как вы думаете? Давай, ты сможешь. Давай, давай. Покажи класс, как ты это делаешь. Ноуп! О боже, это граффити вонючие. Да, пацаны, я еще и без кодов прохожу. Вот это, да, Unreal. Вот есть такие миссии в GTA San Andreas необычные. Знаете, есть обычные геймплейные миссии, где из пункта А в пункт Б убей этого. А вот миссия лоурайдеры, танцы. Это какой-то, блин, не знаю, разбавление какое-то. Хоть какое-то разнообразие геймплея имеется в виду. Миссия лоурайдера, там, с танцами и прочее. Хотя здесь сейчас на 100% прохождение этого разнообразия будет хоть отбавление. Я вам так скажу просто. И у меня очень странное ощущение того, что я что-то где-то, блин, забыл. Потому что у меня сравнялись эти граффити. Так должно быть 79. Да! А, вы думали, блин, хик, сейчас проехал все граффити. Что делать, блин, сейчас будем полчаса искать. Черт, с два, блин. 98. 89. Код автора БРФ. Yeah, boy. Наконец-то вторая миссия выполнена. 6,2% уже позади. Впереди не так уж и много. Давайте на что-нибудь купим. Что-нибудь такое сексуальное. Футболка. Эрик. Эрик. Я думаю. Блин, говно. Зачем я это выбрал? Где? Вот, футболка Лос-Сантос. Это самая лучшая футболка, что есть вообще в этом секонд-хенде. А типа, I love LS. LS типа low skill тоже. Самое. Но это про меня, погнали. Зачем ты клацаешь? Ты дурачок, что ли? Нет, просто понимаете, я занимаюсь спидранами по GTA Sai. Вот это начиная, знаете, там, зрителей 150. И ламповость просто хоть отбавляй, правда. Ну, давно у нас такого не было, да? Олды. Олды поймут. Goddammit! Так, попытка номер два. Бедный хомис. Да вы бесите! Третья попытка. Так, жирного. Не в обиду всем жирным в чате. Спаси! Здравствуйте, друзья. О, Шелкос. Привет. Я ему в рот насун, сука. У модера подписоты больше, чем у тебя. Что это у меня за модер такой? Ну-ка, признавайся, блин, выходи. У кого-то мы... Модер, у кого там это? Батхит? Батхита много, блин, подписоты. Как думаешь, могу ли я стать великим рэпером? Возможно, если я сейчас скажу, что у тебя все получится, через лет 5 ты ко мне придешь, задоначишь $100,000. Поэтому да, у тебя получится. Смелей, действуй. Вау, мы игру... Кстати, тем, что я закрасил граффити, у грувов теперь появился дигл. Это из-за граффити зависит или из-за миссии курьера? Вот в чем вопрос. О, сейчас что-то взрывное будет, пацаны, припев такой, это, многообещающий. Сейчас начнется. Зрителям... Я пытался, да, это сейчас расскажу историю.
как я пытался пройти все GTA на 100% за один стрим. Я реально на серьезных щах планировал это сделать. Начать с трешки, закончить с Сан Андреасом. Я реально планировал это сделать. Но я понял, что я остановлюсь на GTA 3, тогда, когда было 63%. Я понял, что я не справлюсь, когда на счетчике было 13 часов проведенной трансляции, и у меня в GTA 3 было 63%, где-то так. Я понял, что я не справлюсь с этим стримом. Да, это был тоже своеобразный марафон, еще в те времена, когда я игры проходил одним залпом. Я думал, что я осилю, но я понял, что нет. Я, кстати, в то время, по-моему, я уже и наигрался в GTA 3, что я сейчас не хочу в нее играть. Просто потому, что вот настолько засела мне в голове вот эта вот история со 100% прохождением GTA 3. 3000 фолловера, кстати. Спасибо всем, кто подписался на Twitch. Я как запускал трансляцию, там было 3800, теперь 3000. Блин, кто подписался на Twitch? Да, на Твиче там правила какие-то, ну, с каждым месяцем все жестче и жестче. Рэп, е. Классный, смазливый рэп, обожаю, просто. Все, скипнул. Ха. Найс, райдер, хорошо ловишь. Будет ли нарезка этого стрима? Го потом спидран Шрек этого. Это только в праздники, не знаю, на день рождения запущу, ладно? Наверное, не точно. Оп. Так, на спокойничек, изи миссия. Оп. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Свап, ага, так, оп-оп-оп. А! Рекорд, минута 49. Оп. Вес, сейчас заготовьтесь, будет жесткая нагрузка. Мускулы, еее. Васи Джей. Давай, Си Джей, вставай, свою жирную жопу поднимай. 31. Это в два раза больше, чем я поднимал вот этого. Йоу, я готов начистить тебе. А что, Макс Корж, что ли? Если хотите, чтобы это скипнулось, двойку чат. Кто не хочет, плюс-плюс вставьте. Плюс уши, минус уши. Так, девчонка написала плюс уши. Ну понятно, это ничего такого. Так, плюс. Так, двойка, двойка, двойка. Это что? Иисус? А, это русский, да? Понятно. Опять русский трек? Вот. А есть, по-моему, оригинал нормальный. Хорошо, все, скипнулось. Все, все, успокойтесь, успокойтесь! Все, я больше не буду скипать, потому что вы задрали двойки писать одни. Это нормальный трек. Двойки, блин, ставят, двойки. Так, молодой человек. Заказывали? Прекрасно просто. Самый раритет. Шелкос! Ёб твою мать. Прости, брат. Уйте. А, второй убежал. God damn it. Так, извините, но это... Мне не очень нравится... Это бан, все, бан, до свидай. Бунт, нет никакого бунта. Блин, переключил деда и чё? Вообще, два разных континента, блин. No! О, боже, клип! Другой нема, Ярик, хуяры, блядь. Какие ебанки нас боятся, блядь, вообще. Ярик! Ярик, вылазь нахуй, блядь, вылазь нахуй! Текай нахуй, блядь. У тебя читы просто вначале слишком много денег. 48 тысяч это слишком много денег? What? Все, вы заколебали, я ничего не буду больше скипать. То не нравится, это не нравится. Я поскипал, блин, деда. Да, мы будем слушать, это китайцы. Это корейцы? Да господи, Ванек. Корейцы, японцы. Ненавижу, блядь, цыган. Зрителям не похуй на меня. Всем привет, дружочки-пирожочки. Привет, мой дружок-пирожок. Дилетант настоящий, с галочкой. Давай зимой GTA Vice City. Зимой будет и San Andreas. Надо, блин, кстати, реально по GTA Vice City провести 100%. Я давно этого не делал. Охотиться. Это моя первая игра, где я понял, что можно проходить миссии. Прекрасно. Мне кажется, для многих это первая игра. И на все времена. Вот же, надо же было такую игру, блин, создать. При этом не обновлять ее 1000 лет. Я, типа, могу, конечно, сравнить, типа, с GTA 5. Типа, то, что GTA 5, да, вот она уже довольно-таки старая, 2013 год. Но ее-то обновляют, и у нее там онлайн есть. И всякие пичкают там всякие дребеденью. И благодаря этому она только и живет. А эта игра, боже. У меня нет никаких дополнений. Ей не занимаются разработчики уже очень-очень давно. Тем не менее, она все равно у всех на слуху. Она всегда
всегда будут вечно. Такая же, ну, МТА замп я не включаю, ребят, потому что GTA Online это вот самих Rockstar Games они его добавили, понимаете? Вот я к чему. Сейчас порой, знаешь, вот в чате, если провести опрос, да, не думаю, что многие прошли вообще сюжет. Они знают о существовании этой игры, они знают, что она довольно-таки классная, но немногие прошли сюжет GTA San Andreas. С другой стороны, понять тоже можно людей, на самом деле. Грузоперевозки. Оу! Вот так лучше не делать никогда. Дальнобойщики. Не хватает песни дальнобойщики. Виктор пишет, сегодня для меня ужасный день и дела плохо. Виктор, что случилось? Если тебя побили пятиклассники, на самом деле, это не так уж страшно. Потому что в этой ситуации достаточно дать отпор и все. Наличка. А по-моему, GTA San Andreas самое интересное в этом плане. Вот ее именно прям интересно проходить на 100%. Vice City, ну Vice City на втором месте. Сначала San Andreas, потом Vice City. Третья, ну так же. А в GTA 5, тоже ничего интересного нет, серьезно. Стадион убрали, качалку, блин, убрали, стиль навыки убрали, таксиста убрали, боже, там много всего убрали. Чего интересно было проходить, типа пожарного, полицейского. Почему нет? Просто взяли и убрали все. Не, сборки, где ENB и русские тазы. Нет, конечно, жесть, трэш. Я сам такие сборки не люблю. Я вообще не люблю сборки, где очень много модов. Типа там делюксы всякие разные. Господи. Кошмар. Стадионы, блин, это супер. Почему в GTA 5 такого нет? Далее, ракушки собрать. Здорово, круто. Почему в GTA 4 только голубей надо убивать? Это странно. Почему? Наоборот, нужно как-то разнообразить, чтобы люди играли больше в одиночку. Нет, разве? Здорово, когда сюжет хороший. Так еще и дополнительных зданий дофига много. Много возможностей, что можно сделать. Кто любит тишину? Плюс чат. Иногда тишина вообще, ну, очень сильно помогает. Особенно творческим личностям. Реально, это повод задуматься о чем-то и подумать. Тишина это классно. А кто-то не любит наоборот тишину. Кто-то испытывает чувство как таковой, не знаю, такового одиночества. Вот. Мне кажется, каждому человеку нужно одиночество. Не прямо вот на постоянной основе, а вот в каких-то определенных моментах. Просто помолчим. Ты замолчишь, будет идеальная тишина. Извините, извините. Дам вам одну минуту. Блин, бабка заорала, извините. А, нет, тишины не будет. Окей, все, я понял. Ну, это стоило того, потому что 2 минуты тишины это тоже хорошо, на самом деле. Кто вообще раньше знал о велогонках? Я вот пока 100% прохождение, ну, не начал вообще делать, марафонить вот это вот. Я вообще не знал о их существовании. Типа, что велогонки какие-то? Сейчас мало вообще кто знает, 5%, наверное, знает, что есть триатлон в GTA San Andreas. Я вообще впервые о нем узнал в GTA 5, когда она вышла. Типа, триатлон. Ну, понятно, там он на карте, да, обозначен. А здесь в GTA San Andreas триатлон есть, я офигел. Потому что, ну, понимаете, даже если отталкиваться от чего-либо, типа там от сюжета, да, об каких-то там штук-дрюк, этого ты, ну, ты об этом не узнаешь, что здесь существуют велогонки. Потому что это никак не обсуждается в сюжете, нафига это, да, стало быть. То же самое можно сказать и про триатлон. Если ты не посмотришь на эти плакатики, Clucking Bell, ты даже не узнаешь, что они существуют, там, на Санта-Мария Бич, там. Это так, наверное, было интересно в то время, просто сейчас представляю, вот, когда люди только проходили. Вот, я сейчас узнал, пишет человек. Пожалуйста, то есть такие люди еще до сих пор, которые не знают. Вот, о триатлоне, вот, типа, как, только через плакат можно было узнать. И, скорее всего, по мануалам, там, типа, в игроманиях, когда только GTA выходила. Я просто представляю то время, вот, когда люди только все узнавали, вот это вот, из журналов каких-либо, может быть, каким-то собственным исследованием. И их удивление было тогда, когда они находили вот эти дополнительные миссии, после того, как прошли, допустим, сюжет. Или не прошли, наоборот, сюжет, и такие, что? Если есть гонки в каких-то великах, триатлон, да, пацаны? В San Andreas есть триатлон, блин. Понимаете, в чем суть? Офигеть! Блин, еще одну минус ушел. Ладно, в принципе, миссия Каталина не подходит. Я делаю так вот это. У меня же голова трещит, если честно. А еще впереди сидеть. Стоп, начинаем шаг. Представление. Ты вообще как, в курсе, чья это контора? Даже если ты сама в курсе, это тебе не поможет. Деньги в мешок. Ставки сделаны. Да мне похуй ваши ставки. А если все ставки сделаны, денег в кассе быть не может. Нихуя не верю. Мелочь есть, а купюры отсутствуют. Медные монеты. Что значит медные, ёб твою мать? Она не откроется. Это хуй непробиваемая дверь. Подержи. Блять, чё ты ноешь? Тебя вообще не зацепило. Нам пиздец.
Хули вы тут делаете? Увози нас отсюда, Тайлер. Тайлер, что ты делаешь? Увози нас отсюда. Это человек с четырьмя пальцами и с дипломатом, Винни. Black Angel, прикинь, все модеры просто свалили на Twitch. Я буду всех убирать. Вот раз они не хотят модерировать час, зачем они мне нужны? Правильно? Правильно! Арчи тоже был на Твиче, но он хотя бы и здесь существует, чтоб я понимал. Типа и тут, и там. Начинается Санфиера, а это значит, что самая задница впереди. Такая старая игра, столько контента. Вот. Ты понимаешь, насколько вот раньше любили и умели делать игры? Просто вот разница колоссальная, правда. А сейчас все настолько какой-то линейный, недостаточно внутриигрового контента. Сейчас все идет упор на онлайн. Очень мало сейчас вот именно игр, которые одиночка. Почему большинство делает именно онлайн? Потому что есть с этого прибыль, микротранзакции и так далее. Вот, просто все это прочухали такие: ой, да нафига нам делать клевый сюжет, там, интересный, да, чтобы было. Если люди после того, как они пройдут сюжет, не будут играть. А раньше как такого, ну, опять же, это вернемся к теме денег, да? Нафиг это все надо? Раньше же, вот, 2004 год, игра на все времена получилась. Это тоже есть, конечно, такие проекты, которые выстреливают, и в них тоже интересно играть и по сей день, новые какие-то. Но это очень редко происходит, капец. Кто звонит? Да. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Чё с деньгами? Чё? Куда ты звонишь? Тебе звоню. Кому? Ну тебе. Кому тебе? А вот тебе вот. Ты кто такой? Михаил Павлович. Какой Михаил Павлович? Терентьев. Такого не знаю, ты ошибся номером, друг. Кто? Ты. Чё с деньгами? Какими деньгами? Которые я вложил. Куда ты вложил? В капитал. В какой? Прожиточного минимума. Пидорас ёбаный. Что? Так, ладно, погнали делать снимки. Так, пробуем сфоткать последний снимок. Давай. Yes. У-ху. Слушай, блин, реально, это тоже ностальгия, 2012 год, все дела. Эра мемов вообще прям люто. Там типа все начинали форсить, типа, это всякие покер-фейсы, тролл-фейсы и так далее. Вообще, все мемы, которые есть, они создаются абсолютно случайным образом. Типа, ну, нарисовал фигню, и его просто чувак запостил на Reddit, и все. И понеслась мазута. То же самое, типа, вообще, here we go again, типа, с Карлом Джонсоном. Кто-то зафорсил, и все. Началась эра этого. Создали хоть какой-то резонанс еще раз, общественный такой, знаете. Типа, мемчики, это всегда прикольно. Погнали, самолетик. Он вообще будет попадать, нет? В этого чела. Спасибо. Капец, они чуть меня не убили. Просто взорвись, и дай мне жить. Почему нет DLC к San Andreas? Хороший, блин, вопрос. Может, по тем же самым причинам, почему нет DLC к GTA 5? Серьезно, думаете, Rockstar есть дело до этого? Я думаю, нет. Погнали. Попробуем пройти эту миссию. Давай, чё, спить секунду! Да! Нет, не я взял! Ох, я испугался. Алле-оп! О боже, алле-оп! Что нам сделать? А, просто прыгнуть, что ли? А что нам сделать-то? А, блин, опять не прочитал. Так, погодите. Нужно выводить бочку, приземлиться на 4 колеса. Когда машина в воздухе, отпустите газ, используйте кнопки ЛКМ, ПКМ, чтобы пулять. Вон полет. Да в смысле? А, блин, боком же надо, идиот. Не так же. Бочку. Так, погодите. А, ну вот, все понятно. Че они мне тогда говно какое-то, блин, исполнил? Ура! В смысле? Да блин! Вот так вот красиво. Да, я вообще не тот этот трюк делаю. О, защита! Прикончится, сеньор, на Хэшбери. Че, вклады, блин? Инвестиции? Как мне управлять этой штукой в такой шторм? Но! Меня просто сносит! Но! Нет!
монтировать 2 часа стрима. Хотя тебе может заняться... Этот, как его? Лизовский. Эрки с блондина, погнали. Шоко, здорово! Привет, сестрёнь. Блять! Извини, что не сбил. Где я возьму 100 косарей? Угнетческая контора? Начинаем представление. Так, сначала КФ, типа, самый, ну, такой, типа, вот этот. Так, Теодора. Давай, шевелись, мать твою. Теодора какая-то. Давай, 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 баланс, баланс, давай, вперед. Нет, нет, Магас перегоняет, нет, только нет, давай, Теодора, твою мать. В итоге вообще последняя пришла. Ладно, погнали на все играть. Давай, сервелат, поднажми, хорош, 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 давай, давай, давай. Офигеть, 300 тысяч. Мое, забираю. Надо еще. Давай, давай, финиш, финиш. Сколько клипов хватит для ролика? Ну фиг знает. Постарайся в 10-минутный уложить. Ну типа сколько, не знаю. Смотри, какие клипы тоже ведь. Я хотя бы тебя вот так вот... Оу май! Помнишь просто ту историю, почему я от Соя убрал из этого вот весь диджея? Да, могу убрать. Ну после стрима это сделаю когда уж. Сейчас уж не поставлю. О! Что? Чего? 15 тысяч рублей? 15 тысяч рублей? Что? 15 тысяч рублей? Да? В смысле? 15 тысяч рублей? 15 тысяч рублей? 15, мать его, тысяч рублей? 15 тысяч рублей? Поставить Соя. Сой. Так, Соя слышно, все нормально. Есть в кармане пачка. Хотя нет, это еще не топ все мира, потому что играть что-то 16 донатил. 16 было, да. Сой топ. Это Сбербанк прислал, да, поднял это в GTA просто деньги и решил вывести в реал. Зрителям не похуй на меня. Только сейчас заметил, что случайно добавил 2 на 500, господи, мяч у сердца! Да. Диджей ебан. Возможно, Лизовский. Точно Лизовский? А что он там? Зрителям не похуй на меня, блядь. Лизовский монтирует стрим. Зрителям не похуй на меня, блядь. Ага. Лизовский монтирует стрим. Лизовский монтирует стрим. Лозунги. Лизовский монтирует стрим. Лизовский монтирует стрим. Пишем в чатик. Вдруг это замотивирует этого парня монтировать правду стрим. Что сказать этому посвису, блин? Был бы ты человеком, блин. Быдло ты ебаная, блядь. Давай монтируй, блин, стрим. Не, без шуток, типа, без рофлов. Если получится хорошо, за это можно заплатить. Чё, сейчас это, как Ди? Как Ди буду стрелять? Да просто... О-о-о! Какого... Как же он заколебал меня уже. На, блядь! Ага. Да в смысле, это бред полнейший, блин? Только Ди, не показывайте, пожалуйста, запись. Да просто взорвись уже! Не тяни времени монтировать. Успеешь еще, Лизовский, у тебя будет очень много времени. До того момента, пока я вернусь. Не тяни время Лизовскую монтировать. Станислав, think about it. А у меня было в планах смонтировать видос для своего канала. Не, Лизовский. Извиняюсь, но тебе нужно смонтировать стрим. Зрителям не похуй на меня. Прости заранее, Денис. Прости заранее. Что такое посвис? Или что, ты правда добавил лишний нолик? Зрителям не похуй на меня. А, это видосик какой-то? А что это постфикс? Постфикс, что это? Блин, постфикс. Зрителям не похуй на меня, блин. Господи. Денис, учись. Спасибо, Лизовский. Ой, ой, господи, что? Спасибо за то, что ты пытаешься смонтировать мой стрим на Core Duo 2. Постфикс, спасибо тебе большое. Хочу патриот. Да какого фига? Вообще не хочет спавниться. Еее, спасибо. Тентов прошу. God damn it! Все, до свидания. Вот так вот. Yes! Нет! Хватит давить меня, урод! Комета! Боже, вы посмотрите на это! Как это может быть закрыто? Так. Да ты с... А, вау. Yes!
около... О, май гог! Зрителям не похуй на меня, бля. Лизовский, жду ответку. Где это читах? Поехали, ладно, Лас Вентурас, поехали, поехали. Сейчас найду читах и включу Цоя. Правда, издеваются? Где читах-то? Ну почему говёные байки-то здесь? Пожалуйста, игра, пощады. Вообще, говно какое-то спавнится. Говорят, в читах спавнится около подружки Карла. Угу. 10 тысяч раз. Самую потрепанную дайте мне машину. Есть в кармане пачка сигарет. Ладно, я заткнусь. А, погнали за местой. На гручелят. О, боже. Чё делаю? Чё я? Я место проехал! А чё я сделал? Я уже не помню, что я сделал в этот момент. Алло, ты на Хик уже не понимает, на чем он ездит. Ты тупо взял Сачи с места места. Так, что там за видос интересно, что там за треки, что там интересно, там пистолет, наверное, какая-нибудь еще дичь. Он похож на суку. Что? Он похож на суку. Нет. Ну так почему же ты пытаешься наебать его как последнюю суку? Я не пытался. Нет, пытался. Пытался, Брэд, ты пытался его наебать. Нет, нет. Но мистер Марселос Уоллес не любит, когда его наебывают. Он сам кого угодно наебет. Ты читал Библию, Брэд? Да. Сейчас я прочитаю тебе один отрывок, который я знаю на память. Кстати, хорошая серия смешарика. Это что там такое? Вторая часть, блин? Он типа подходит для такого случая. Книга пророка Иезекииля, глава 25, стих 17. Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себелюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь... Серия началась. Это плейлист! Ах ты, блин, хитер, бадбер. А, фиксируй. Долину тьмы, ибо именно он и есть тот, кто воистину печется о ближнем своем и возвращает детей заблудших, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим. И узнаешь ты, что имя мое Господь, когда мщение мое падет на тебя. Гадамрай. А, заметьте, сердечка-то нету. Все, деньги заканчиваются. Правильно, давно пора, блин. 900. Это все у нас. Понятно. Давай. Минут 50 слушать Цоя. Это так. Я могу включить? Позор ноль. Гений человек. Делает на донатах белый текст на белом фоне. На! Да господи! Ай, блин, ай! Наехал на ногу. Сделай минимум 2 рубля. А, типа, чтобы это сравнять. Ха, поставил. Давай, сравняй, дам тебе этот шанс. Братан, зерновка донатит. Какой зерновка? Это постфикс. Во! Голд, отлично. Голд. Ломал. Не знаю, я не верю, что это постфикс. Типа... Зрителям не похуй на меня. Постфикс 2? Что? Голд! Это не голд уже, да? Голд! What? Серьезно? Окей, хорошо. Лучший совет, пацаны, как искать девушку, это не искать ее. Вот вам простой совет. Все. Она сама вас найдет. Ищите парня. Голд. Голд, отлично. Бочка. Голд! Голд! На золото прошел, хантер появился. Мне больше его как бы и не надо.
как так попадаешь. А пулемет на этом хантере работает, ну, самонаводящийся. Это такая секрет-фишка, кто не знал. Ладненько, давайте, ребят, всем сейчас уходит, спокойной ночи. Рад, что вы были со мной. Чё, чёрный СиДжей? Ба нахуй. А. Вот так, два шелко зайдут. Ты обосрался, понятно, потрачен в сторону, ладно. Лизовский, тебе постфикс предлагает, чтобы ты вырезал все мои спасибо постфиксу и смонтировал это. Прям все. За 50 рублей. Привет, мне 9, смотрю, у тебя 10 лет уже. Ну, почти с рождения. У меня почти 4 часа утра. А у меня 2 часа ночи. А? Вилкос! Ты пошел ты на... Эй! Ёб твою мать! Чё? Уяндок! Почти опять. Шелкос! Да ёб! Да блин, Вилкос, хватит появляться! Хочет на меня мифсы свои записать. Я не позволю. Секретная информация. Даже не пытайся копать, Вилкос. Даже не пытайся копать. Блин, братюнь, ну что ты такой быстро-то, а? Опять Вилкос. А! Программирование вообще научиться, если ты будешь заниматься самоучкой, и прямо если тебе действительно это будет интересно, чем тебя научат а-ля какие-нибудь спецы, типа. Многие, просто многие люди оканчивают без знаний в башке. Они просто зазубрили то, что им нужно было сдавать, и все. Больше им это не пригодится. Они как бы не будут это использовать. Ты думаешь, реально, вот, допустим, какие-нибудь специалисты, да, выходят там, ну, прям идеальные, там, ученики, все дела. Во-первых, вряд ли они пойдут по специальности. Вот, а во-вторых, ну да, они отучились. Не факт, что они там все знают, что от них требуется. Поэтому у тебя так или иначе будет какая-то вонючая стажировка на работе. Вот, насчет программистов, ну да, это на самом деле востребовательно. Тем более сейчас в 21 веке вообще мир технологий и так далее. Программисты, айтишники, это всегда еще будет востребовательно. Учитывая то, что ты пошел туда, это ты задел на будущее, для себя сделал, и это уже хорошо. Какие бы я профессионалов не находил за всю свою жизнь там, да, где-то. В основном все говорят, что они закончили банальный, блин, не знаю, тупой техникум. Тупо на повара учились, да? А им просто было интересно программировать. Такие тоже интересные люди требуют от людей опыт, которые приходят на работу. А где этот опыт искать? Только какие-то проекты, поняли? Да, всегда старые вещи рассказывают. Ну, тоже согласен. Это как и в системе образования, эта дырка в этом есть. Что в школах, что в учебных заведениях. Все по одним учебникам, все стандартно для всех. Нет индивидуального подхода. Всех обучают как роботов одной и той же программой. И это не исправить. Так или иначе, человек уникален. Каким бы он ни был, он уникален в чем-то. Отличается от другого человека. Поэтому нужен индивидуальный подход. А учитывая то, что учителя, ну, им тупо лень, или они не хотят учить. Ну, понимаю, сложно, 25 человек на одного учителя, например. Сложно найти каждому подход. Это тяжело, понимаю. Поэтому ученики сразу же, после того, как они напишут эти экзамены, они сами решают для себя, чем они хотят заниматься. Так и должно быть, потому что к чему душа лежит, тем и вы должны заниматься. Пускай даже если это будет какое-то бесполезное дело. Бесполезное. Дело не может быть бесполезным. Сейчас ко всему можно что-то, блин, присплюсовать. Да, Лизовский, давай там записывай. Хорошо, что есть такие люди, которые на этом самом месте вертели всю эту систему, да? И ищут себя в том, что хотят. Просто вот кто-то ведь закладывает вот этот вот интерес к... Ты на завод пойдешь, собака сутулая и так далее. Ну, закладывает это в интерес. И мне жаль просто тех людей, которые вот, ну, как-то не нашли себя, не знают, чем они хотят заниматься. Вот реально, очень много таких подростков, которые не знают, а чем мне заняться? Я не знаю, чем мне заниматься. Я не знаю. С другой стороны, это тоже проблема родителей. Потому что нужно было искать для чада то, что ему было бы интересно. Не всегда, конечно, родители могут уделить чаду нужное время. И хорошо, что ребенок найдет себя сам. Родителям останется не то, чтобы подыскать для чаду место, да, чем он будет заниматься. Вот, так еще им просто остается поддерживать его. Вот и все. В этом начинании. Пускай занимается. Так, куда я поехал? Отлично, поехал. Вот, поэтому все очень сильно зависит от родителей тоже. А если родители никак не могут на вас повлиять... Ладно, вы сами можете на самом деле повлиять на себя. Но потом тогда родителям придется доказывать, что ваше дело чего-то стоит, правда. Старый стереотип про завод. Согласен, это звучит стереотипно. Но он по-прежнему актуален. Я к тому, что
человек, работая на заводе, вряд ли ему это нравится, понимаете? Не то чтобы не может быть, да, конечно, может быть, кому это будет нравиться, но не у всех далеко так. Человек там, не знаю, кто больше расположен к творческим, да, каким-то профессиям. Вилкос, ты меня преследуешь, камон. Нужно искать себя. Может быть, и на заводе, конечно, вы себя найдете. А может быть, и найдете себя в творчестве. Может, у вас талант реально есть какой-нибудь. Вы просто его не знаете, не раскрыли его. В детстве, возможно, или еще где-то. Правда, возьмите сейчас ручку, бумажку, пытайтесь что-нибудь нарисовать. У вас получится или нет? Вам, конечно, судить нельзя об этом. Получится у вас нарисовать что-то или нет. Потому что ты всегда, когда рисуешь, у тебя все время получается не очень. Как часто вы вообще родителям рассказываете, что у вас происходило сегодня, например? Просто если у вас родители психи, типа, ну, вы понимаете, что это не те люди, которым вы должны там рассказывать какие-то проблемы. Это плохо. Потому что они нас до такой степени запугали, типа, ну, допустим, вы жалуетесь на банально, ну, жаловались в пятом классе на то, что вы подрались, да, они вас за это наругали. Тогда, да, это уже с детства откладывается о том, что как родители будут реагировать на ваши разговоры с ними о проблемах. Они реагируют это кулаками, например, или наказанием. Это тоже плохо. Потому что с этого формируется, потом вам 16, и вы понимаете, что вы не можете родителям рассказать, потому что вы знаете, что они будут кричать на вас. Это тоже плохо. А потом родители офигевают, типа, почему получилось так, как получилось, да? И сыночек где-нибудь там висит, грубо говоря. Или дочка где-нибудь висит, ну просто покончила с собой, допустим. Уже когда я пишу спасибо, у меня автоматически выскакивает постфикс. Зрителям не похуй. Просто я сейчас реально буду форматировать всех модеров нафиг, потому что что Куал, что еще какие-то ребята, они сидят тупо на Твиче. Я не понимаю, какой смысл тогда от модерки на Ютубе, просто вот это не понимаю. Мне такие модеры не нужны, которые сидят на Твиче и тупо там чилят, что-то какую-то свою движуху устраивают. Мне это нафиг не надо. То же самое я могу сказать про всех алдов, которые там почему-то предпочитают Твич. Ну идите на Твич, зачем вот эта модерка нужна вообще? Получите здесь модерку и будете сидеть на Твиче своем. Зачем мне это? Мне такие не нужны, которые будут это делать, а не которые просто получили этот гаечный ключик, чтобы просто был. Вы либо следите, либо нет. А то часто я вижу невыполнение типа этих правил. Как от самих модеров, так и вообще просто людей, которые спамят то, что нельзя, например. После этой трансляции я расформирую тех, кто не выполняет эти обязанности просто. Модеры тупо все ушли на Twitch. Никто за чатом не следил, всем было абсолютно плевать. Я думаю, где все модеры? Мне модеры отвечают. Я не помню уже, кто именно ответил. А мы это, на Твиче чилим. Чильте дальше на Твиче. Я чё вас, блин, умолял, что ли, на модерку стать? Да нифига подобного, блин. Вон ребят сколько хотят стать на модерку. Я лучше дам им шанс, чем буду давать олдам, блин, которые нифига не делают. Тупо мне нафиг надо. Я уже для себя это решил делать вот так, значит. Чем больше, как бы, ты говоришь, что человек олд какой-то, тем, не знаю, у него часто какой-то поднимается на стриме. Типа, вообще можно всех модеров убрать и тут без модеров жить. Они фиг ничего не делают. Поздравляю, Посвикс. Ура. Я стажу по случаю хочу передать привет маме и папе. Так. А также брат учился. Работал ради этого момента. Вот. И наконец он настал. Наконец-таки. Я хочу сказать спасибо вам всем. Чату, Денису и особенно Лизовскому. Да ладно. Если бы не он, ничего этого не получилось бы без него. Спасибо огромное. Еще один в команду. Сколько вам лет? Я сам младший модер. Не, ну это реально гонка на выживание. Опять вопрос бежит. Если... Дай резюме отправлять. В личные сообщения. Возраст, вес, рост. Валерий Иванов, дипломат. 22 года. Зрителям не похуй на меня. А если через донат скажу 3.14, дверь Twitch забанят? Не знаю. Проверим, ну давай. Проверим. Ну давай, давай, проверяй. Ты думаешь, у них прям какой-то блок сразу какой-то работает или что? Пиздец. Блин, где у меня голос, пацаны? Может конфетку съесть? Что за фигня? Водички мне, пожалуйста. No! Окей. Okay. А где маркер? Такой сидюб.
О, май гуднес. Оу, щит. Типа, я-то сам не устал, я могу продолжать говорить, типа, нет, но вот именно мой голос, он как-то просаживается. А уже аж хрипит. Нормальный трекер, плиз. Really? Окей. Okay. Еще дальше. Ладно. Опять укус. Бали, что это такое? Пуласки убегает. God damn it. Как надо нам догонять? Я где-то на этом моменте был на 8-м дне прохождения. Дне. Лизовский, ты был на дне. Зрителям не похуй на меня. Ха. Не надоело, читы вводил? Сколько процентов? Какой рекорд? Дашь мадер? Сам будешь играть, как ты все помнишь? Граффити закрасил. Долго еще? Потом спать пойдешь, ты кушал. Севелис, он вряд ли пропадет. Вряд ли. А быстро. Ах ты черт. Да, уже, ребята, 10 лайков. Всем большое спасибо. А, я в ту миссию зашел-то, да? Прокупил. Я думал, просто... Ну что, готовы нафиг Infinity Minigun? Смотреть, как хик делает. Ноу! No! А, получилось. Нет, не получилось. О, oh, ноу! No! Все, последняя миссия, само ограбление. Начинаем представление. Поехали! Быстро, быстро, быстро! Шевелись, бля! Клетка закрыта. Глазам своим не верю. Клетка, блядь, закрыта. Ты что с ним сделал? Да пальцем его не трогал, он сам вырубился. А ну не стойте здесь. Закрой нашу дверь. Ты что, хочешь, чтобы весь мир на нас смотрел? Что за кретины? С вами рикшу в Бангкоке не ограбишь. Что там происходит? Блин. Чарльз, доставай винтовку. Ну, пиздец. Наверное, вот этот. Держи пушку. Планк, дай ключи. Дай мне ключи, Планк. Эй, не целься в меня, блин. Туда целься. Чурбаны. Я работаю с ебаными чурбанами. Блин. И это что еще за хуйня? Это мой пулемет. Ты не мог приволочь ничего более практичного? А ну стоять, а то всех перестреляем нахуй. Блядь, да это сраная воздушка. Блять, а это еще что за хуйня? Это мой пулемет. Еще раз из него выстрелишь, и ты покойник, понял? Но если... Никаких если, не вей, но еще раз выстрелишь, тебе пиздец. Хорошо, хорошо. Блин, аж башка разболелась, блять. Господи, ну как, неплохо вроде вышло. Как только у меня очко от страха перестанет играть, так и обсудим. Смотри, что у нас есть. Ну посмотрим. Джекпот, парни. Тут у нас бог знает сколько этой вонючей травы. Мешок наличных. И еще автоинспектор. Чего? Господи, Эд, у нас в тачке автоинспектор. По-моему, он еще живой. Выруби его, выкинь на светофоре. Что значит вырубить? Чем его вырубать? Не знаю, придумай что-нибудь. Да не бей ты его, а выруби. Я тебя сейчас вырублю. Слышь, хочешь его вырубить? Вот сам и вырубай. Ненавижу этих ебаных автоинспекторов. Где там этот аэропорт, я вообще-то искал. Воспользуюсь услугами авиалиний. Сан-Фиеро. Бор, две двоечки, одна восьмерочка, живых Airlines. Ебать, да-да-да-да-да, заводим. Хуя, док. Командир воздушного судна живых Airlines, мы набираем скорость. Всем оставаться на своих местах, проведите спинки кресла, вертикальное положение, столики нахуй прикрыли, ебать. Ебальники попрошу тоже прикрыть. Не понял, блядь. Блять, второй двигатель! Ёбаный в рот, второй двигатель отказал! Блять, правый двигатель, блять! Сука, пизда правому двигателю! Блять, уебусь жопой, уебусь, блять! On taxiway. Сейчас придурки будут падать просто отсюда. Бор, две двоечки, одна восьмерочка, живых Airlines. О, ну!
бедный студент. Господи. Себе. Что это за... Раз, два-с, три-с, четыре-с, пять, шесть, семь. Это, в принципе, достаточно, но я хочу разгуляться. 8, 9 и 10 патрончиков. Так, сколько там у меня? Что-то маловато. Так, во. О, самое время взять ее. Люди на улицах будут разговаривать с Карлом. Ты можешь отвечать «да нет». Ну, Лизовский подробнее, как бы, в личку мне об этом. С пруфами. Я просто... Я обожаю вообще игры, где есть цель. И я люблю эту цель реализовывать. Даже игры, где нет цели, ты можешь придумать себе цели и исследовать ее. Тебе будет как-то поинтереснее играть. Ну, и долго ты можешь это играть. Я тоже не особо, типа, там, в какие-то сторонние игры играю, там, очень много и т.д. Нет, такого нет. Я чисто в GTA San Andreas так люблю играть. Подолгу, помногу. Вот настолько родная игра, что я могу в нее играть просто бесконечно. О май! Ай, дебилы! Дебилы, дебилы! Дебилы! Алло, дебилы. Пойти выполнять последнюю дополнительную миссию. И остается только сюжетная линия. И больше ничего. Тут съемка видео запрещена, блин. Камеру вырубай нахуй. Только он чувствует, что это запись, потому что кто-то он читает типа в чате, тут такого не пишет. Понятно. Удаляйся. 10 секунд как бы осталось, а еще дофига двигаться. Что за приколы? Не хватало физически времени. Блин, я успею доехать-то, минута осталась. Камон, давай, давай, давай! 35 секунд. Last волна. Статистика банды 35-85, давай. Погнали, пацаны. Все, остались просто миссии. Ни захватов территорий, ни дополнительных каких-то миссий. Ничего этого нет. Только миссии, только сюжет. Погнали! OG-Log! Финал! Раз, два, три, гоу! Разговор окончен. Последняя миссия, ребята. То, к чему мы шли 20 с лишним часов. Погнали! Первый этаж. Охрана. Страшно. Второй этаж. Нарколаборатория. О май годнес. Третий этаж. Комната для баллас. Паровозик. Чух-чух-чух. Твой час. Остался последний рубеж. Господи Иисусе, что вообще происходило на этом стриме сегодня? Чё не горишь? У-ху! Чё не горишь? Да, вот, вот вопрос эти. Чё не горишь, Кик? А? Кик, а чё ты не горишь? А? А чё ты не горишь? Я не понял. А чё ты не горишь? А чё ты не горишь, Кик? А чё ты не горишь? Почему у тебя CJ не горит? А что, бессмертие, а? Читы использовал, а? Неуязвимость? А чё ты не горишь? Я вообще не устал, пацаны. Чё, второй запуск? Ещё раз? Зрителям не похуй на меня. Ха-ха. Да, я знаю, Алан. Ну как, я видел трансляцию, лично не знаю этого парня, но видел его трансляцию, похвай. Не то, чтобы, напоминаю, не знаю, хз. Каждому, конечно, свое. 4000 человек сейчас. Или это те со вчера еще 4000 человек, которые приходили в начале стрима и такие: так, а приду-ка я наконец. О, ноу! 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 20-43-17. Так самый прикольный момент. А, фак, я выскипнул, гаддэммит! Из-за того, что свернулся. Да похер твой график! Несчастную женщину убьют! Что я скажу Лебовски? Да ладно, чувак, ей надоест играть в игрушки, и она вернется сама. А почему ты не играешь по субботам, Уолтер? Потому что я соблюдаю шаббат. А что это, Уолтер? Что я скажу Лебовски? Суббота, Донни, это шаббат. Еврейский день отдыха. Это значит, я не работаю, не катаюсь на машине, не вожу, блядь, машину, не беру в руки деньги, не включаю микроволновку, и шары тоже нихуя не катаю! Ого, соблюдать шаббат! Уолтер, что я скажу? Соблюдать, блядь, шаббат. Так, нахуй, я пошел. Конец игры. Rockstar North, продюсер Лесли Бьонс, творческий директор Арон Гамбут. Okay, разумеется, ждем титры, когда закончится, потому что я вам хочу показать 100%, чтобы... Так, тихо. Минуточку внимания. Алло. Да-да.
Ну как там с деньгами? Прогресс 100% пройдено в игре. Время в игре 20 часов. А на этом все, ребята. Вот так вот прошел этот марафон. Большое всем еще раз спасибо. Вы крутые зрители. Пока.